Ахджол Махмудов стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе 2023 года. Турнир стартовал 9 апреля в Астане. Ахджол Махмудов стартовал со стадии 1/4 финала, где победил борца из Туркменистана со счетом 9-0. В полуфинале кыргызстанец победил японца 9-1 и вышел в финал. В финале иранский спортсмен отказался от состязаний из-за травмы. Махмудов третий раз стал чемпионом Азии. Он выигрывал турниры в 2018 и 2022 годах.